Когда выгодные покупки помогает делать банковская карта. До 100 тысяч выросло число держателей карты рассрочки «Магнит» от Беларусьбанка. Главное преимущество в том, что можно здесь и сейчас и без дополнительных операций взять кредит или вернуть часть потраченных денег. Работает схема просто. Если на карте отсутствуют собственные средства, покупка автоматически совершается за счет кредита с рассрочкой до года. А тем, кто все же расплатился своими деньгами, в конце месяца вернут до 12% от суммы. Единственное условие – сделать покупку в магазинах-партнерах Беларусьбанка. Карта дает возможность покупателю взять товар в рассрочку, без переплат, без каких-либо сопроводительных документов. Также этой картой можно рассчитаться, как обычная платежная карточка. Никаких документов не нужно, человеку очень удобно рассчитаться, и ничего для этого не требуется. Очень удобно в использовании, как для кассира, операциониста, так же для покупателя. Мы постоянно расширяем партнерскую сеть. На сегодняшний момент насчитывается около 15 тысяч торговых объектов, которые являются партнерами. Среди них такие магазины, как продовольственные, магазины мебели, бытовой техники, электроники, салоны связи. Кроме того, присоединились в преддверии отпусков туристические компании, и теперь можно туры также быстро купить в рассрочку до 6 месяцев. Бесконтактную карту можно использовать и в других магазинах, которые не являются партнерами. Кроме того, она является международной, то есть работает по всему миру. Заявку на изготовление можно оставить онлайн через интернет-банкинг, инфокиоск, а также позвонив в контакт-центр.